Взрослые и молодые отгадывают предназначение советских и современных вещей. Это кто, что такое? Ну там вон скотч. Нет. Скотч? Нет, там скотча. Это стекло или пластмасса. Значит, что-то связано. Газонокосилка. Что-то связано. Садовые ножницы. Машину поднимать. Домкрат. А, что это? Складной и складные ролики. Птицы, робот сложенный. Да, сложенный. Или похож на этот арбалет такой небольшой. Летающая херня с камерой, которая нет. Это не какой-нибудь ультрамодный дрон? Вон у него крылышки, да? Дрон какой-нибудь. Это дрончик летающий. Да. А, ты знаешь, когда зеркальный шар и всякие эти снежинки вокруг. А, это в ночных клубах, может быть, этот самокрутится. Да, лампа. Пауэрбол. Пауэрболчик. Powerball, the fast. Rotate your wrist till it. Wrist, forearm. Powerball. Не, это камера 360. Камера для наблюдения в, не знаю, в 360. Которая снимает 360, да? Тогда это камера 360 снимать. Вообще просто, у нас просто изи, изи. А это этот, случайно не орешки делает? Помнишь советское, когда вот так вот шик, не орешки делает? А это что, гайки такое? Какие-то. Закрывается и открывается. А что? Какой-нибудь адаптер. Кассета какая-то. Кассетник. Это по размеру вот такое. Знаешь, это... Ну, типа дырокол. А зачем тогда вот эти вот... Дырокол. Это машинка для заточки лезвий. Это скакалочка такая, щёточная. Не. Еврейская скакалка. А это массажер, да. У меня такая есть, это массажер. Массажер. А у меня такое было. Это массажер для спины? Массажер. Массажер такой. Да. Массажер. Вот так вот. Это очень больно. Ну, он что-то считает в любом. Не для электричества, это просто счетчик, нет? О, счетчик. Электрический. Электрический, нет? Это, наверное, что-то считать, наверное, раньше было. Похоже на счетчик. Да, это, да, счетчик. Не, мне кажется, это просто нажимаешь так. Или нет, или просто... Шагометр, может быть, какой-нибудь. Ну, точно. А, можем считать шаги, можем считать деньги, можем считать бумажки. Короче, держишь его так вот. Эспандер? Нет, типа дырокол, степлер. Это не штука для удаления комочков на, комочков? На одежде? Это катушки убирать, такая... Мясодавилка? Нет, никак. А, может быть, такая, хотя не, мясорубка? Не-не-не, это... Это вибромассажер. Это у меня фонарик был в детстве такой, джин-джин-джин-джин-джин. Жучок. Фонарик. Механик. Фонарь? Да. Фонарь? Это электродинамический фонарик. Нанотехнология какой-то, обруч. Это какие-то колонки? Какие-то волны ловит, наверное. Или линзы какая-то, или лупы. В нее нужно сувать голову? Нет. Это ветродуй. Ну, освежитель воздуха. Это освежитель воздуха. Вентилятор. Ну, в принципе. Ну, в принципе. Ну, это полный пи***. Это вообще, я в шоке. Ну, это, короче, вешалка. Для ботинок. Я помню такое. По-любому вешалка, но нет. Это вешалка. Это советская нанотехнология. Есть щетка, на которой пальто, по-моему. Пальто? Чищешь. Только зачем там щетки? Ну, чтобы не запачкала его. Это вешалка. Это для удаления катышек. Это, я предположу, что это типа люди, которые храпят и для... Он медитирует, наверное, там. Это он дышит чистым воздухом. Изучает языки или... Короче, если ты не просыпаешься, задыхаешься вообще, айфон отключается и все. Ну, он как датчик, наверное, параметры. Сколько время какое? Ну, как может, он заряжает его? Можно заряжать своим дыханием. Ты, наверное, можно так заряжать телефон, соответственно, своим дыханием. Да, с помощью, телефон, да. Короче, он дышит и заряжается. Температура, да. Это хорошо, когда при сексе. 5 минут и все, телефон заряжен. Это что такое? Знаешь, это вентилятор, да. Нет, плитка. Советский. Это телефон? А, типа газовая конфорка? Микрофон. Вентилятор, ты что? Это сигнализация. Колонки нет. Это не колонки. Нет, но я видела это. Ну, если это домофон какой-то. Красиво. Домофон, ты говоришь, и он... Чувак, подъезду. Абонентский, громко говорит, типа домофон. Да, это приходит.
Бритва. А совок? Так, что это совок? Ну, бритва. Либо бритва, либо пылесос такой очень опасный. Это не бритва. Это не бритва? Она слишком несуразная для бритвы. Как ты будешь там бриться? Это триммер. Да? Машинка. Ну, для волос это машинка. Станок. О, машиночка. Подстригать. Да. Нет. Маска, акваланг какой-нибудь. Акваланг, да. Не знаю, что это такое. Что это такое? На нос одеть только, если такого размера. Не знаю, игрушка, в которую смотришь, там что-то переворачивается? Да. Цвета менялись, ты смотришь, там черня такая, калейдоскоп. Нет, я в другую. Это игрушка детская такая. Стробоскоп или как-то смотреть туда. Это когда оповещают всех. Внимание, внимание. Громко говорите, думаешь? Присоска на окно. Зачем присоска на окно? Это прослушка, наверное, где-нибудь на стекло. Пык ее и слушаешь. Это фонарь. Измеритель давления. А, может быть, за счет солнечной энергии что-нибудь там дома подключается? Питание. Солнечная батарея. Которая солнце заряжается. Электричество вырабатывается из-за солнечной энергии. И вот эта вот розетка, которая подключается и... Да. Опасная тема. Открывашка какая-то бешеная, которую палец порубить может вот тут вот сверху. А, это, ну, капусту. Это овощечистка. Картошку чистить. Морковку, наверное. Да, мне кажется, нет, для удаления катышек. Для пяток. Рыбу. Да, рыбу чистить. Популя, рыбу. Да. Нет, это рыба чистка. Да. Рыба, чистилка для рыбы. Может, для чешуи снимать рыбные. Ой, пылесос. Нет, не пылесос. Сварочный аппарат. Микрофон. Микрофон? Не, подожди, смотри, там типа держалка такая. Это по-любому держалка. Вот это либо волюм, либо звук он включает, выключает. Это похоже на паяльник, но вряд ли. Я думаю, что это паяльник, но это стопудово не паяльник. Mm-hmm. Он еще на это похож. Типа газ, когда включаешь, типа чик-чик-чик-чик. Я в такое время не жил. Может быть, чтобы подключить этот электроэнергию или газовую эту... Я еду за паяльник. Хорошо, паяльник, давайте паяльник. Извини, пожалуйста. Это выжигать на дереве. Или для выжигания что-то. Узор написано. А, это выжигатель по дереву? Да. Да. Это выжигание по дереву, да? Дисковод какой-то. А, это может быть новый какой-то компьютер? Вау. Так. Вау. Может, определитель для состава как кокаина, может быть. Весы, точно, драгдилерские. Вот. Ставить музыку. Посудомоечная машина. Вот это для диска, а наверху, по-моему, для пластинок. Может быть, это какая-то инновационная швейная машина? Диск. Это 3D принтер. Да. Кроссовчик. 3D-печать. Тач. Это она, вот. Это 3D-принтер. Да. Ой. Что-то знакомое. Где ты когда-то это видел? Скейтборд 90-х. Пылесос. Это мы знаем, да. Это пылесос, ракета. Ничего из того? Это пылесос? Наклоняемся, хорошо. Да, красава. Пылесос. На бабушке. Прямо. Пылесос? Пылесос, да. Кстати, раритетная вещь. Ну, это паяльник. Это лампочка. Это грелка для обуви. Это нет? Грелка для воды. А я обувь грел. Кипятильник. Это кипятильник. Это грелка. А, кипятильник? Да. City Player? Нет, подожди, это не пылесос. Робот-пылесос? Нет. Да? Это пылесос, новомодный. Нажимаешь на кнопку, и он сам пылесосит твоего кота. Все. Пылесос. Это не опять же, это не пылесос? Это... Это спиннер какой-то новомодный, я его ни разу в руках не держала. Нажимается кнопочка, там кнопочка, тут три переключателя. Переключается что-то. Это кубик Рубик на минималках. Что это? А может быть, воздух очищает? А каким местом, я извиняюсь? Ну, не знаю. Может быть, это для того, чтобы открыть сейф? Будильник? Я не знаю, мышка компьютерная, вон, круглая такая. Кошелек? Нет. Не-не-не, ну просто игровая всякая штучка там. Я знаю, подожди, сейчас. Я знаю, это херня, которая тебя занимает. Короче, это очень популярная херня. Busy Box, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Больше всего очков набрали Вероника с Настей. Гип-гип, ура! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, удачи и позитива. Ставьте лайки, любите своих родителей, как всегда. Эшкерия Петровна, с Новым годом!